до сих пор услышали, самый профессиональный турист Арик Круп, который очень серьезно занимался туризмом, не только сам ходил в очень тяжелые походы по Полярному Уралу, по Саянам, по другим горам, но и каждое лето работал спасателем на туристских маршрутах, спас не одно количество, там большое количество жизней, большое количество туристов. В 71 году группа минских туристов, в которой был Арик Круп, погибла в Саянах под лавинами. Но вот осталось около 100 песен. Песня называется «Песня о границе зимы и осени». Дело в том, что Арик ходил в основном в лыжные горные походы, и каждый год они с нетерпением ждали этого момента, когда выпадет снег. Отсюда вот песня. Дождями снег, еще не первый снег, не хочет осень потесниться. А мы давно пересекли во сне зимы и осени границы. Мы скоро ляжем зим, как в постель, укроем недуги снегами. За 67-ю параллель уйдем разделаться с долгами. За ошибки, за прожитые лета, и за песни, что пока еще не спеты, за друзей, которых часто провожаем, и за то, что сами редко уезжаем. Долги, долги, но это не беда, коль скоро осень на исходе. Уйдут друзья, пусть даже на года, они когда-нибудь приходят. Уйдем и мы, ну в чем же тут беда? Вернемся, как в апреле птицы. Мы от любви уходим навсегда, вот с этим трудно расплатиться. Где-то ветер веет след наш задувая, забываем, ничего не забывая. Так и носим мы с собою боль ушибов, груз любимых песен, счастья и ошибок. Ну что ж, осень кажется долго, мы в нетерпении терпеливы. Сквозь дождь с туманом нам видны снега, и мы долгам бросаем вызов. И каждый год как будто в первый раз, и слава Богу, не в последний. Уходим мы к себе, бежим от нас, и возвращаемся по следу. В это время самых первых космодромов, в эти дни последних самых паровозов, отчего-то, застывая в теплом доме, мы выходим отогреться на морозе. В это время самых первых космодромов, в эти дни последних самых паровозов, отчего-то, застывая в теплом доме, мы выходим отогреться на морозе.